Второй этап – хореография. Команды Камбре, Беленко, Аня. Команда Аллегро, Шагун, Вера. Команда Камбре, Казачонок, Аня. Встречайте команду Аллегро, Пунтус, Ангелину. Команда Камбре, Черногребель, Алена. Команда Аллегро, Ковтун, Таня. Таня мальчик могла бы снять, красивее было бы. Дубовик, Полина из команды Камбре. Команда Аллегро, Аксиневич, Таня. Команда Камбре, Евсюнина, Настя.
команда «Аллегро», Белова Настя. Результаты по хореографии: Аллегро 167 баллов, Камбре 167 баллов. Ничья. Чтобы определить победителя, объявляем конкурс, кто больше прокрутит фуэте. И красивее, естественно. Прошу команды выйти. Хореография: Аллегро 177 баллов, Камбре 167 баллов. Начинаем турнир по гимнастике. Давай, Амелия, покажи, что нужно делать. Команда Камбре, Миленко, Аня. Команда «Аллегро», Шагун, Вера. Команда «Камбре», Козячонок, Аня. Thank you.
команда «Аллегро». Команда «Камбре», «Чернокребель», «Алена». Команда «Аллегро», «Ковтун», «Таня». Встречайте, Дубовик Полина из команды «Камбре». Команда «Аллегро», Аксиневич, Таня. Евсюнина Настя, команда «Камбре». Команда «Аллегро», Белова, Настя. Гимнастики. «Аллегро» 171 балл, «Камбре» 172 балла. Видите, что разница всего в один балл. Мы решили объявить турнир между стариками. Результаты второго этапа. «Аллегро» 348 баллов, «Камбре» 349 баллов. Победила команда «Камбре». Команда «Аллегро» должна со своей командой удалить одного участника.
На жаль, нас покидает Шагун Вера. Меня зовут Даша, мне 14 лет, я занималась эстетической гимнастикой и была в цирковой студии. Я пришла познать новое. Задание по хореографии на третий этап. Прошу. Задание по гимнастике на третий этап.